Всем привет! Сегодня готовлю макароны с куриными сердечками. Признаюсь честно, давно подсела на этот рецепт, потому что макароны получаются очень вкусные, времени на приготовление требуется очень мало и кастрюля не нужна. Ингредиенты самые доступные. Куриные сердечки помоем, обрежем все лишнее и разрежем пополам. Луковицу порежем кубиками. Морковь натрем на крупной терке. На сковороду наливаем растительное масло, примерно 4 столовые ложки. Кладем куриные сердечки и жарим до испарения жидкости. Теперь кладем лук, морковь. Жарим все вместе 2-3 минуты, до мягкости овощей. Кладем половину чайной ложки соли, черный перец по вкусу. 1-2 столовые ложки томатной пасты. Все хорошенько перемешиваем, жарим примерно 1 минуту. Вливаем 300 мл воды. Перемешиваем, убавляем огонь до минимального, закрываем крышкой и томим сердечки до готовности, примерно 20 минут, иногда перемешиваем. Прошло 20 минут, сердечки готовы. Берем макароны. У меня макароны фирмы Пастамания из твердых сортов пшеницы с большим содержанием белка, больше 14 грамм. Отличные вкусовые качества, а еще мне нравится удобная упаковка, удобно закрывать и удобно хранить. Кладем макароны сухими в сковороду к сердечкам, 400 грамм. Все хорошенько перемешиваем. Заливаем все водой, 800 мл. Добавляем соль половину чайной ложки. Готовим до готовности макарон. По времени занимает 8-10 минут. Снимаем с огня и можно подавать к столу. Получается намного вкуснее, чем если смешать макароны и сердечки в соусе, приготовленные по отдельности. Быстро, очень вкусно и доступно. Ну а для любителей макарон это блюдо станет настоящим шедевром. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!